святая мученица Екатерина была очень образованной, мудрой девушкой и очень красивой, и разбиралась в культуре того времени. И, наверное, очень промыслительно, что она покровительствует нашему городу, потому что Екатеринбург является центром и образования, и культуры на Урале, и, в общем, в России он занимает тоже не последнее место по этим показателям. А не хватает нам только, наверное, еще храма Святой Екатерины, потому что я уж не говорю о восстановлении исторической справедливости, но ведь это духовная поддержка и нашего города, и всех жителей его. И очень хотелось бы, чтобы он был поскорее построен. Всем жителям Екатеринбурга я желаю и здоровья, и процветания, и любви к близким, и духовного возрастания, так как когда-то это случилось с Святой Екатериной. Впустить в свое сердце Господа.